Господа, дамы, с вами Стар Троглодит, и мы играем героев третьих, ТВП. Троглодит против человека, Некрополис против сопряжения. Это вторая часть саги, поэтому если не смотрели первую, начать лучше, возможно, с нее. Сегодня серия немножко экспериментальная. Мы посмотрим на партию со стороны соперника. Большое спасибо Триландеру не только за веселую игру, но и за предоставленные материалы. Напомню, как было дело. Еще давным-давно Луна стала жертвой страсти Троглодита. Маленького, неказистого, горбатого и непонимающего слова нет. В итоге юная фея погибла при загадочных обстоятельствах. И вот уже седой Харон тянет к ней свои руки, готовится перевести ее на тот берег Стикса, но не тут-то было. Ведь у Луны сердце Феникса, а значит, у нее есть право на одно воскрешение. Однако ничего не дается в этой жизни легко, и даже просто подойдя к порогу обителя смерти, очень сложно вернуться назад. Ведь темные силы, они уже почувствовали эту огненную, бушующую, жизненную энергию Луны. Они хотят ее к себе. Шанс вырваться, конечно, есть, но лучшие из лучших, Тант и Исра, отправились за ее головой. Получится ли? Напомню, старт у некромантов был достаточно неплохой. На четвертом ходу мы захватили внешнее жилище костяных драконов, на седьмом поставили их в своем замке. Посмотрим, как дела у оппонента. Страсть, конечно, как интересно посмотреть за игрой соперника, выведать его секреты. Погребальный костер в соседнем дворе, вот тебе секрет. Эрдамон, много армии, 125 золота в день. Ну, Орин тоже так ничего. Гриндан, 350 золота и магия земли. Гильдия магии первой. Да, согласен полностью, потому что, ну, все постройки зависят от нее. И магическая стрела не бывает лишней ни первичным героем, ни вторичным. Вот такая вот демократичная вещь. Практически пицца в магии. Эрдамон осваивает. В университете дают магию земли, это прямо большая удача, я считаю. Ну, понятно, что сопряжение может построить там свой университет, там, да, ну, понимаете, трата денег грантовых, выборы декана, административные препоны, вот. А здесь как бы в чистого поля вышел, купил диплом за 2000 рублей, и все, вот она, реформа образования. А, ну, а если без шуток, то на третьем-четвертом уровне, то при должной удаче, можно иметь экспертную землю. Это массовое замедление, и это, конечно, совсем другой разговор. Пожалуй, одно из самых приятных заклинаний вообще во всей игре. Погребальный костер охраняют ифриты султану, это хорошо. Если я не ошибаюсь, костяных драконов у некромантов охраняли гномы, 40 крепких ребят, ну, а здесь стало быть 5-9 демонов. Ну, если честно, я бы посражался бы с гномами. С ними не так страшно. Ифриты могут выкинуть очень странный фортель. Орин. Так. Ну, кстати, Сеечку ему не доверяют. Ну, мне кажется, здесь есть какая-то история. Да, то есть здесь дело не в технических соображениях. Тут что-то между нами, между ними было. Вот. Чего еще берем? Я думаю, сейчас будет еще найм одного-двух героев. Это правильная тактика. Как можно больше разведать на первом же ходу и понять, куда идти тактически и стратегически. Брон хороший парень. Вот, да, ему доверяют феечку, потому что, видимо, не было там каких-то непонятных историй про него или слухов. А куда ему идти, конечно, непонятно. Ух ты, даже вторую феечку доверяют. А, я понял, Триландер справляется. Он хочет все-таки разогнать Орина. Я считаю, это правильный ход. То сейчас немножко теряются ходы Брона. Он мог бы идти в другую сторону. Хотя тоже непонятно куда, там кабаны окопались. А так он получает двух вторичных героев, разогнанных на феечках на следующем ходу. И это, конечно, выгодно. Денег немножко осталось. Мне кажется, можно еще кого-нибудь взять. Вот, тем более, это Мифала. Да, у нее специализация броня. Ну, на мой взгляд, одна из лучших. Поэтому, на самом деле, Мифала, да, даже на главного героя могла бы потянуть. Но, наверное, пока не будем забегать вперед. Я думаю, Триландер еще пока выбирает. О, сейчас, похоже, будет первый бой Луны. Ну что ж, 30 феечек против 30 мальчишек. Голодных степных вояк. Ага, ну, понятное дело, автобой показывает, что у феечек все плохо. И мальчишки своими булавами бедные крылышки помнут. Вот, а то и в коллекцию для бабочек занесут. Но я думаю, у Луны есть, конечно, козырь. Кстати говоря, да, то есть на аватарке, смотрите, Луна такая прекрасная девушка, да, с диадемой, а почему-то в бою нечто элементальское и лысое. Ну что ж, посмотрим. Триландер играет достаточно аккуратно, то есть, понятное дело, гоблинята могли зайти за спину, но сейчас уже этого не сделают, потому что там стена огня. Так,
Я бы на самом деле нападал бы здесь и следующим ходом бы, ну, добивал. Потому что 30 феечек, наверное, убьют. Но вот Триландер захотел показать мощь своей огненной стены. Так, Луна, ну фонтан-то отвоевала, он прямо перед тобой. Давай, разбежалась и за ВДВ. Нет, не так воспитанно, говорит, и вообще боится, что волосы намочат. Ну ладно, хорошо, уважаю твой выбор. Я бы кинулся, я бы не постеснялся. А разведка идет. Ну, кстати говоря, внешнее жилище земляных элементалей достаточно неплохо, да. То есть, ну, крепкие ребята, штук 100 соберешь, их очень сложно убить. Мифала покупает книжку. Видимо, Триландер тоже думает о том, чтобы сделать ее главным героем. Почему бы нет? Хороший выбор. Но, видимо, еще не до конца уверен. Вот замечательно, конечно. То есть на первом ходу сразу 13 воздушных элементалей. Самых сильных существ второго уровня. Просто вот несравнимых ни с кем. Не, ну конечно, вот кабаны неудачно встали, да, то есть соловьи-разбойники дорогу забаррикадировали, туда не пройти. Но может быть и не надо туда идти, может быть и так хорошо. Ну, в целом, да, такой первый ход крепкий. Брон собирает радости, и вдали виднеется домик психиатра. О, и шпили драконской утопии. Это чудесно, сулят они славную битву и богатую добычу. Так что да, я уверен, Триландер туда наведается через несколько ходов. Эрдамон, куда тебе идти? Ну, видите, на север не получается. Там загвоздка. Огонь поставить, да, почему бы нет? О, и пришел Манере. Это здорово. У него навык нападения и логистика. Путешественник, ну, не совсем верный перевод, Planeswalker. Триландер, похоже, думает, кто же будет главным героем. Мифала с броней и лидерством. Но лидерство, видите, оно особо не нужно сопряжению. Только на двух существ оно действует из семи. Это на фениксов и на феечек. Вот. А у Манеры и нападение, и логистика штуки очень полезные. Вот. Поэтому, наверное, я бы брал Манеры. Ну, посмотрим, как сейчас оно пойдет. Ну, специализацию Мифала немножко, конечно, получше. То есть, каждым уровнем у нее растет ее броня. Так, происходят какие-то плетения кружевов. Эрдамон получает обратно элементалей. Прыгает фонтан. Ему-то чего стесняться. Гриндан собирает золото 1, золото 2. Похоже, золото 3, золото 4 и золото 5. Ну, красавчик. Прям не сходя с места, нашел вот 4000 золота для экономики. Молодец. Одобряю. Орин немножко в тупике. Луна. Так. Идет. А, это не Луна. Извините, это Мифала. Мифала скачет вперед, расчищает дорогу для Луны. Я думаю, Луна очень хочет захватить вторичный замок поскорей. Вряд ли там будет серьезная защита. Но это 500 рублей в день сразу же. Это очень хорошо для бизнеса. Могла бы Луна, конечно, наверх сходить. Но, видимо, не хочет. Угу. Орин, ну, за неимением место, куда идти, продолжает следовать за своей госпожой. Луна куда хочет возвращаться? Интересно. Или вперед? Бесиков могла бы, и скелетиков могла бы, но зачем? Вернется в университет, поучиться уму-разуму? Это... А вот-вот, да, тут вот, да. Я согласен. Скачет-скачет, и я думаю, вот вторичный замок уже прямо совсем-совсем близко. Взять силу магии... Я, наверное, тоже бы силу магии взял, потому что, ну, запас, в принципе, есть нормальный, там 30, тем более сейчас его особо не восстановишь. Вот, ну, а захватишь замок, можно будет испить из колодца магии. 6000 золота, стройка идет достаточно быстро, Манере куплен, выдана ему книжка, вот партбилет, что там еще они выдают. Сразу учим магию. Да, учим магию земли. Да, я думаю, уже можно с уверенностью сказать, что Манере будет нашим главным героем. Ну, не нашим, триландеровским. Учит то, учит все. Я бы, наверное, бы атаку взял. Хотя защита тоже хорошо. То есть, да, сейчас, похоже, будет следующий расклад. Вторичные герои, в том числе и Луна, будут осваивать территорию. Да, ресурсы, войска. А Манеры будут только участвовать в самых главных битвах или просто ходить от усилялки к усилялке. Конец хода и сразу начало нового. Потрясающе чудесное изобретение одновременных ходов до сих пор меня удивляет. Как раньше без этого жили, я прям не представляю.
Гриндан выслуживается, ходит по мельникам, собирает клады. Скорпикора, между прочим, тюрьма и торс легиона. Лишним, наверное, не будет никогда. Это хорошо. Орин хотел упрянить грязевую ванну, но, видите, не получается. Не пускают, это только своих, ну или только боем. И подбирается, похоже, что домик психиатра охраняют медведи. Ага. Ну да, в принципе, не, ну как бы серьезно, серьезно, да. Интересно, что погребальный костер все-таки ифриты, а тут мишки. Но, видать, по количеству они сбалансированы. Луна, ну что ж, добежит? Да, добежала она в этом ходу до вторичного замка. Это очень-очень неплохой замок подземелье. Там можно будет не только восстановить, но даже удвоить ману. Ну и, конечно, потрогать троглодитов. Луна готовится серьезно, понимает, что если она станет в один стек, то глазки могут сделать ей больно и неприятно. Автобой показывает, что все плохо, ничего не получится. Я думаю, что это неправда. 50 урона со стрелы, ну как бы вот, да, магия, это да. Троглодиты бегут вперед, бедные слепыши не понимают, что вот эти коварные дамы уже готовы будут их сейчас растерзать. Тратит ману, не боится, видимо, знает, что скоро восстановит. Подманивают бедных троглодитят, они же совсем не знают, куда они идут. Вот, а сейчас будет тут стена огня. Эх. Все подлетают феечки, видимо, ведут там какие-то разговоры, пахнут вкусными духами, и троглодиты прям такие: «А, феечки, феечки!» И умирают. Коварство. Женское коварство прямо совершенно невообразимо. А, между прочим, на магию нету, как я понимаю, древесины. Мефала, да, похоже, сейчас будет утолять древесный голод. Все верно, чтобы ее любимая сестра Луна могла восстановить ману. Потому что без маны Луна, конечно, ни о чем. Улей змеев, это приятно, но охраняется циклопами. Циклопы, ну, я больше всех боюсь их, если честно. Потому что они стреляют и очень-очень уж толстые. Без потерь выиграть их достаточно сложно. Нужно иметь либо там драконов, либо фениксов. Ну, в общем, что-то серьезное. Мразишь, и Триландер не стесняется взять великого героя к себе. Вот, мне кажется, в когорту он впишется достаточно хорошо. Слащавых и смазливых. Так, и Луна почему-то не идет восстанавливать ману. Ага, если честно, я думал, все для нее. Может быть, ошибка, может быть, хитрая тактика. Сейчас, конечно, посмотрим. А Манеры вообще не обращают внимания на всю эту суету. То есть там развитие территории, какие-то там битвы. Это все не про него. Он ходит от усиления к усилению, и это правильно. А через пару ходов, когда будет более-менее нормальная армия, он соберется и будет старше всех остальных героев на пару характеристик. И начнет давать жару. Пока сейчас там битвы по 500 опыта, конечно, ему не интересны. Это правильная, хорошая тактика. Эх, гнолы отправляются на покой. Мне кажется, их выпускают там вот в эти горы сопряжения, чтобы они там основали новую колонию. И может быть через какой-то срок вернулись с чем-нибудь полезным. Ну а пока да, пока они не нужны. Эрдамон. Что-то вот пучится, что-то вот хочет он, а вот прям чувствует, что что-то вот сейчас вот будет делать. А интересно, конечно, Триландер вообще не нанимает феечек, то есть, видимо, считает, что он их просто будет терять. Это, на самом деле, интересная тактика, я так обычно не делаю, потому что очень люблю, ну, и феечек люблю, особенно в синих платьюшках. А нет, вот все взял, угу. И даже взял с собой. Хорошо. Так, и нападать решил на кабанов. Слушай, ну кабаны, они второго уровня. То есть представь, если там будет 99 кабанов, это практически как воздушных элементалей. У тебя же не получится ничего. Я бы не рекомендовал тебе туда идти. Ну серьезно, камон. Нет! Нападает. 90 кабанов, то есть прям по верхней границе, но в тобой показывает, что все хорошо. Видать, замок сопряжения – это замок сопряжения. Вот, ничего ему не страшно. А, ребята стоят неприятные в больших стеках, соответственно, так, что один снимает отмашку, второй делает кусь и конец. Такого вряд ли получится. То воевать у Эрдамона будет, конечно, вопрос некоторый. Ну, видимо, дети фонтанов, сколько там, 15 ВДВшников против толпы свиней. Думаю, должно срастись. Ну, а огненные еще ребята помогут. 14 воздушных, между прочим, да. Они формально второго уровня, но по характеристикам от третьего особо не отстают.
Я думаю, должно срастись. Так, Федька, по-моему, должна была сейчас снять отмашку. А, нет, все правильно. Начало хода, и вот она снимает отмашку. И сейчас все, собственно, побегут. Ага, вот, да-да-да. Так, тут... Ну, по-моему, тут надо... Да, видите, Триландер даже так немножко мышку задержал. Он поторопился. Нужно было атаковать сверху этого кабана, чтобы не загородить дорогу водяным товарищам. Вот, ну, я бы тоже, знаете, немножко нервничал, воюя против такой равы поросятины. Вверху у нас случаются фермопилы, да, то есть 13 копейщиков против там невероятных полчищ персов. Вот, а здесь пытаются основные силы перемолоть вот эти три отряда. То есть, видите, там жгут огнем их, там воздухом, водой, медными трубами. Ну, видимо, феечки там из-под платья достают обрезки металлолома. Вот, несли в цвет мед, а оказалось, в битве пригодилось больше. Вот феечки, кстати говоря, затоптали. Возможно, именно поэтому Триландер до этого их не особо-то брал. Совершенно верно, мы пасуем копейщиками, вот, чтобы побольше продержаться. Ну и, в принципе, нет, процесс сходится. То есть конфлюкс, он же сопряжение, замок как бы недаром достаточно такой... Ну чего уж тут кривить душой. Достаточно несбалансированный, вот, потому что, видите, казалось бы, ну несопоставимые силы. А нет, все в порядке, все срастается, все сходится, все умирают. Угу. Молодцы, конечно, товарищи сверху, надо им посмертную медаль выплатить, вот, пособие, медальку повесить. Ага, ну а здесь там даже потери, я не могу сказать, что уж очень-очень чудовищные. Лучники, опять же, немножко помогают. Хотя 4, конечно, куда им? Ну, надо снимать отмашку, видимо, кого не жалко? Видимо, воздушных не жалко. Мне было бы не жалко, наверное, все-таки огненных больше. Хотя тоже вопрос, конечно, спорный. Ну все, от лучников ничего не осталось. Бьем. Бьем, тыкаем. Давай еще. Угу. Еще одного потеряли. Так. Ага. Ну и давай, добивай. Все, удар хвостом. 1300 опыта. Видимо, тактика, но это все равно не основной герой, поэтому да. Освободили улей для вторжения. Ну и сейчас посмотрим, что там на севере. Ну, по идее, там должен быть проход уже в центр. Продолжаем. Подкрадываемся к мишкам. Кстати, 5-9 мишек, да, жрели... А, ну они жрели скорость охраняют. То есть ифриты 5-9 охраняли погребальный костер, а мишки 5-9 охраняют элементалей и жрели скорости. Тут у снайперов лежат невероятные классные ботинки скорости и меч плюс 3. Я чувствую, у манеры будет 3 плюса и характеристики по атаке, я не знаю, в районе там 10-15 уже очень-очень скоро. Расклад действительно неплохой, вторичные герои пока ходят. Ну, манеры, понятно, как бы условно вторичные, то есть он просто ходит и качается. Никак пока нигде не участвует. Очень бы хотел зайти в хижину ведьмы, но, естественно, вперед себя пускает юного ученика. Ну, мало ли чего там старушке захочется, да? Каких-то долгих разговоров, или там денег, или еще чего. Тут чародеи, Пандора, ну, в принципе, да. Ну и Манер, наверное, так вот ждет будет здесь. Он очень хочет посмотреть, что в хижине ведьмы. Друг другу там что-то супер полезное. Поэтому он и не убегает, но и не подходит. О, обсерватория красного дерева. Сейчас посмотрим на мир. Так, консерватория грифонов, вторичный замок, артефакты торговцы. Слушайте, ну прям я могу вам сказать, очень-очень даже неплохой расклад. Очень неплохой расклад. А Гриндан, да, выучил магическую стрелу, если не ошибаюсь, что у него было в самом начале. Кабы не замедление у него, вот. А сейчас он выучил магическую стрелу из-за того, что в башне есть в главном замке. И, видимо, будет с одной феечкой сейчас захват пытаться варварские земли. Там ребята простые, деревенские, не видели всех этих ваших новомодных магических штучек. А вось и разбегутся. Вот фейерверк запустишь, а они такие оп, и все, и нет их. А свитки собирает Луна, на мой взгляд, не до конца это правильное решение. Ну, все-таки она такая мощная пробивная сила. Вот, я бы, наверное, манной восстанавливал, да и уже шел бы на подвиги великие. Так, кстати говоря, ага, ну вот Триландер пока на свете всех сильнее и умней, а я только на третьем месте. Но это четвертый ход, то есть мой ход, где я беру драконов, он еще не начался. Вот, поэтому он меня не видит. Вот знал бы он, что зайдя через ход, чтобы он там увидел, наверняка бы начал бы сильно нервничать. Вот, ну а так как бы, так вроде все нормально. Думает, что я медлю. Так, Эрдамон,
повелитель специй. Да, хорошо, захватывает. О, щит опять же, да, плюс много-много защиты. Очень хорошо пойдет Манерычу, потому что у того атака растет невероятными темпами. А здесь стало бы щит плюс 12. Ну, прям это да. Ну, плюс 12, минус 3, строго говоря. Отстройка идет. Такой необычный для меня ход. Как бы, ну как же так можно брать и строить? Непонятно. Ходит Триландер быстрее, чем я. Хорошо, ладно, главное не скорость. Так, нападает Гриндан. Ну, естественно, ему автобой предлагает отступать, потому что, ну, как бы как. Тут 5 волков. Мне кажется, что он не убивает волка с одной стрелы. Да, вот, поэтому он делает замедление, чтобы уже было точно, верно. Ну, потому что кинешь стрелку, он добежит, например, не добежит, а потом выпадет мораль, и он добежит еще раз. Поэтому вполне себе правильный, хороший, такой этот, осмотрительный вариант. Вот. Все, замок наш, точнее, триландеровский. Строим там традиционно таверну, чтобы поднять настроение местным жителям, там отпраздновать все дела. Ну вот видите, Гриндан сгодился, да, то есть он как мини-шахта золотая работает, еще вот и принес замок. Молодец, молодец. Орин. Орин. Какое-то гномское имя. А ты точно рыцарь-то, а? Так, момент истины Брон проверяет. И там основные доспехи. Уф, если бы я был манером, побежал бы к этой бабушке в избушке на курьих ножках на весь опор. Потому что доспехи, нападение, логистика, магия земли. Ему, наверное, нужно еще выучить мудрость, может быть, желательно. А все остальные навыки, на самом деле, даже, я бы сказал, опциональны. То есть можно выучить, не знаю, там, орлиный взор, там, волшебство, там, нафига, навигацию. Вот, ну, как бы, если спросят, Манер, зачем тебе навигация? Чтобы сплавляться по рекам твоей крови. Вот, вот такой вот ответ будет. Вот, ну, если серьезно, конечно, все равно есть еще парочка хороших вещей, но основные, самые такие главные, самые вот решающие у него все есть. В общем, был бы я троглодитом, знающим в тот момент, я бы уже дрожал. Гоблины, луна, вот что-то мне кажется не до конца пока хорошо используется, если честно. Маны у нее нет, а без маны она особо ничего не умеет. Мефала, сестрица, так, смотрит сюда. Кстати говоря, восстановитель маны, почему бы нет. Еще парочку таких найти, будет колодец мага, а это прям вообще замечательно. Не согласен тут с Триландером, я бы побежал бы в замок и восстановил бы ману, нежели ходить просто тут смотреть. Но, как бы, может, я в чем-то где-то не прав. Строятся элементали психические. Очень меня удивляет, конечно, концепция, как это захватить замок, да, ну, в смысле, деревушку, и ее начать развивать. Что это за еретичество какое-то, честное слово. Вот, у меня вот, как бы, это никакого развития, только все вперед. Вот, ну, Триландер молодец. Магия. Так, ну, ничего особенного, понятно. Продолжаем собирательные мероприятия. Скелеты хранят, между прочим, золотую шахту. И достаточно большая удача, хоть и в шапочках, но все-таки скелеты. Но у Гриндана совсем нет армии, а в соседнем замке, ну, понятно, там только позеленевшие мальчишки, да, наездники на собаках. Особо не повоюешь. Но я думаю, все равно туда Триландер вернется. Орин дубощит, молодец, уже запас, сколько тут, ого, 101 тонна угля. На долгую зиму хватит. Хотя, с другой стороны, это сопряжение, то есть у них там иллюминация это погребального костра, да, 24 часа в сутки, горит ярким пламенем. Мне кажется, там угля, не знаю, тонн по 5, по 6 прямо в день, вот только так. Опять же, проблемы с экологией, да, то есть там озоновые дыры, там копоть, да, ну уголь горит, сами же знаете, не экологично. А ну и понятно, поэтому только кроме элементалей там никто жить и не может, а у них даже носов нет. Ну а феечки что? Что же бедняжек феечек? Кто же их спросит? Вот, платье им выдали, фиолетовое, атласное, и больше-то ничего им не надо. Вот видите, какие откровения, да, случаются, когда задумываешься немножко про замки. Интересно, интересно, глубокая вселенная. Так, ну видите, Радамон, что едешь, решил, что уже может идти на самих троглодитов, да, ну, после кабанов, ну, не знаю. Строится в кулак, скорее, наверное, по привычке, но потому что одного лучника защищать, наверное, смысла нет. У него просто не хватит стрел перестрелять троглодитцев. Вот.
И, мне кажется, даже наоборот, гладицы будут рады этим стрелам, воткнут к себе как дополнительный шип. Вот, ну, в принципе, тактика не такая уж тут критичная. Просто ждем, и сейчас будут накидываться. Вот. Но, если честно, я бы поставил, что 13 уж водяных элементалей с тремя атаками у героя должны, конечно, были убить. Но не убили. Троглодиты, видите, адские, инфернальные. Видимо, отправили в командировку в замок Инферно. Там они поплавали с бесами в сере и вот стали такими закаленными. Угу. Не добивайте уж чего там такого-то. Ну, воздушные элементали пытаются удушить. Вот со всех сторон дуют ветром. Так, давай. Угу. Сгорел на работе, все правильно. И оп, один остался. Ну да, замечательно, без потерь, все хорошо. Минотавры охраняют неплохой артефакт, плюс 50% к усилению, да. Видимо, небесный свод это приятно. Магия воздуха, молния опять же будет хорошо идти. Третий уже, если не ошибаюсь, внешнее жилище элементалей глины, да, пользительный. Ну, в принципе, да, можно тут сколотить достаточно такую серьезную армию. Луна что-то медлит, видите, не хватает ей в жизни друзей и красоты. Манеры молодец, прокачался, хорошие навыки получил, видимо, сейчас уже готов собираться и идти в бой. Хотя сейчас, в принципе, шестой день будет седьмой, прирост, ну и да, слушайте, ну, к сожалению, для троглодитов все идет к тому, что будет полный набор, похоже, да, то есть он успеет птиц построить, возможно, даже цитадель. Но сейчас, конечно, вопрос, хотя нет, какой вопрос, денег у него точно есть, уголь тоже, поэтому да. Понятно. То есть птицам точно быть на седьмой день, да, еще и с цитаделью. А я думал, у меня начало неплохое. Продолжает собирательство Гриндан. Так, а нет, Орин решил продолжить. Собирает дерево, свиточки. Ну, к свиточкам даже, если не попадется ничего приятного и полезного, всегда их можно заложить в ломбард под неплохую цену. Если не ошибаюсь, то внешние торговцы артефактами свитки не покупают, а вот внутренние, да. Кстати, да, я тут как-то не заметил, еще одна сфера, только это теперь илистого озера, да, если не ошибаюсь. Ну, в общем, плюс 50% к урону магии земли. Вот, а что у нас в магии земли есть? Правильно, есть зарис. Конечно, его нужно еще получить, но 50% урона там к 2000, например, да, это очень сурово, поэтому артефакт, я считаю, прекрасный. Пандора с циклопами. Вверху сапожки мертвеца. Слушайте, а можно как-то их переправить контрабандой там за 5-10 тысяч? Ну, все равно вам зачем они нужны? Для вас это так, рибаки бесполезные, вот. А вот некроманты, говорят, могут что-то с этим сделать. Ну, шучу, конечно, но мало ли, может он возьмет, я где-нибудь там встречный герой его подловлю. Плащ короля нечисти было бы очень-очень здорово собрать. Напомню, это великий артефакт, собирается очень просто из трех некромантерских побрякушек и дарует возможность восстанавливать не скелетов, а личей. Это да, это прям, ну это реально, после этого играть уже, наверное, бессмысленно. Седьмой день, и да, манеры ожидаемо строят птиц. Это, я считаю, конечно, очень здорово. У птиц прирост больше, чем у любых нормальных существ седьмого уровня. Но они, конечно, чуть послабее. Хотя вот я сейчас сходу не могу вспомнить, костяные драконы послабее или птицы. По идее, птицы, потому что у них 1500 стоимость, а драконов 1800. Но это не точно. Это не точно. Ну и прирост как бы в два раза больше явно, ну... Баланс перемещает в сторону сопряжения. Манера выбирает свою будущую цель, видимо, хочет донести хотя бы часть войск к Луне. Нет, не хочет так, хочет вот по-другому. Бесов, что ли, победить ей? Тролли опять же есть. Так. Давай, заходи, нормально все будет, не переживай. Нет, что-то задумал, Триландер что-то задумал. Смотрит, что-то делает. А нет, видимо, он рассчитывал как раз, что они там встретятся в следующем ходу. И да, решил запустить, восстановить ману. Маны Луны будет, видимо, 30. Ну, что, в принципе, достаточно для много чего.
манеры. По-моему, специализация-то у него как раз элементали, да, в психическом, магические, и эти будут бегать достаточно быстро. Я ими, как правило, пренебрегаю, но совершенно зря. Ребята серьезные, во все стороны бьют, такие микрогидры. Угу. На медведей решил пойти. Это выбор интересный. Это интересно. Ну и на самом деле, да, орков-то точно уж можно, потому что, ну, 19 орков, как бы, птицы сожгут, ну, просто там за два дыхания. А Пандора — это всегда приятно. Может, там опыт быть 1005, может, какие-то войска. Ну, Пандора надо брать, это понятно. Выбирает, думает, строит, видимо, стратегию, да, то есть пытается включить в нее и консерваторию, и ульи, и драконьи утопии. Думаю, что да, тут идет работа мысли, вот кандидатскую практически можно уже будет защищать. Вторая неделя, на мой взгляд, не менее интересна, чем первая, то есть первая она скорее про исследование территории, да, понимание диспозиции, построение планов, стратегий, сбор первичных ресурсов. А вторая неделя уже просыпаетесь с армией, да, то есть, ну, произошел приплод в замке, и происходит набор массы и становление государственности. Зачистка ульев, да, и консерваторий. Не, ну а о чем еще государственность, как бы, строить, как не на вивернах и ангелах, верно же? Поэтому да, и будет интересно, и посмотрим, как с этим справится товарищ Триландер. Минотавры, что же они могут охранять? Неплохой артефакт, плюс 3 к удаче, ну и мораль мы обсуждали не до конца, все-таки важна. А вот Манер сейчас нападает на снайперов, теряет феечку, ничего страшного. Видимо, стесняется взять дипломатию, хочет быстро бегать. И получает сапоги скорости и плюс 3 к атаке. Ну, это, конечно, потрясающие артефакты, 7-4 на третьем уровне, со скоростью, с логистикой. Это хорошее начало, это доброе начало. Мне кажется, что он может сейчас идти хоть на медведей, ну, практически на порог утопии может заломиться. Так, видимо, сейчас он собирается передавать войска, сейчас вот тут я не уверен. Давайте посмотрим. Вердиш собирает всякие полезные травки целебные, гербарии составляет. Видимо, фитотерапию будет союзникам учинять. Меж тем, Тунар доносит. Я думаю, феечки особо не нужны. Сейчас посмотрим. Ну да, так и есть. То есть Луна остается только с птицей огня, не оперившимся фениксом. Но, понятно, оперяются они не путем улучшения в замке, а в горниле битвы. Вот, на самом деле нет, конечно, в замке, но это менее поэтично. Орин разгоняет, скорее всего, Манера, да? Будет разгонять? Да, за этим, собственно, и прибежал. У птичек чуть больше скорость, чем у элементалей. И, кстати, нет, Орин еще берет... Ага, то есть следующим ходом он будет с помощью армии Манеры что-то брать, воевать и потом возвращать. Это правильно, это хорошо. Армию нужно гонять туда-сюда. Ну, а меж тем Луна выбирает для себя цели. 20 ман у нее, не очень много, но должно хватить. Алибарчиков победили просто так, одна птица их сдувает, все-таки 7 уровень, сами понимаете. А вот что будет дальше, это будет интересно, посмотрим. Как-то денег, прям ресурсов какое-то невероятное количество, да, то есть там 14 тысяч, откуда только вот столько набралось-то, а? Мне кажется, это все везение, все это, вот всякие отстройка замка, там сбор тщательно, это все ерунда. Мне кажется, просто вот везет, везет товарищу. Хочет фениксов, а, улучшить. Ух, какой, а. Ну, ладно, посмотрим. Здесь башня продолжает отстраивать. Это правильно, это хорошо. Тут, видимо, движется к муниципалитету. Ходим дальше. Тунар. А куда это, интересно, пошел? Неужели вторичный замок? Да, кстати, бежит вторичный замок. А зачем? Гарпию погладить, гладито за щечки потискать, магии поучиться. А зачем еще? А может спрятаться? А ему муниципалитет возвести. То есть, видите, царский гонец пришел, все, можно, стройте. На самом деле, Триландер молодец. У меня с отстройкой всегда как-то немножко послабже. Ну, думаю, да зачем, да куда, да скоро игра уже закончится, да, мне эта 1000 не окупится в день. На самом деле, мне кажется, надо уделять этому чуть большее внимание. Вот, ну, посмотрим, решит все, конечно же, финал. Орин, молодец, разгоняет гнолов с помощью огненных птиц. И, конечно, он не может сейчас идти вперед. Он обязан вернуть долг Манеры. Всю свое войско
должен вернуть ему. Это правильно, потому что у Манера товарища 3 плюса, и ему сейчас без армии бегать, ну это прям абсолютно бессмысленно. А с армией, я уверен, он сейчас доскочит много до чего, много куда. Ну, посмотрим. Брон. Так. Кстати, да, в том замке Тунар прячется, в этом Ардамон. Это правильная тактика, это правильная, что если что, можно сразу же выскочить героям и что-то сделать. Вот, например, сейчас уставший Брон меняется с Ардамоном, а Ардамон куда-то, видимо, пойдет. Пока неизвестно куда. Продолжаются поиски Граля, и знаете, может быть, даже это не так безысходно, потому что если выкопать Граль, да, хоть его и сложно выкопать, для сопряжения это очень круто. Дает всю магию. Вообще всю. Это здорово. А вот здесь, мне кажется, Триландер не подрасчитал. Ну, реально, смотрите, сколько там. 7 на 5. Да, еще плюс 2. В общем, много мечников. Мне кажется, у птички нет ни одного малейшего шанса. Мана, ну, пока есть. А нет, смотрите, горят, прям горят, ребята. Ух ты, как, а. Я думаю, что сейчас будет стена сзади. Или чуть пониже даже. Даже вот, не знаю. И, наверное, вот так правильно, да. И дышит. Да, все верно. Раз, два. Раз, два. Ух, ух. Ай, ты как здорово. Ну, это прям... Это было круто. Слушайте, я прям не ожидал. Мне прям до мурашек. Как классно. Ты видели? Птица стояла. Они просто бежали сквозь стену огня и умирали. Вот что, оказывается, можно делать луной. Если ее сразу не терять в первых же битвах. Занимательно, занимательно. Опять отступать собираются, да, то есть одна птица не может выиграть бой против 12 элементалей. Ух ты, прямо да. Так, и он понимает, что если он сейчас поставит стену огня прямо перед элементалем, он пройдет по ней единожды, да, и получит только один урон. А он сейчас делает, да, вот это красавчик, а вот ничего себе, раз, два. Потрясающе просто, то есть, ну, он специально сделал так, чтобы стена ударила по элементалю дважды. И этим он убил вместо 4 элементалей 8. Потрясно, ну прям супер, супер. Видно, да, видно, луной надо уметь пользоваться. Метеоритный дождь, тут могли оказаться как бы многие заклинания 4 уровня, но это не самое плохое, точно не самое плохое. Мифала продолжает совмещать приятное с полезным, собирательство и разведку. Ну, на самом деле, сейчас цель это определить те точки, через которые абсолютно необходимо пройти главному герою. Вот консерватория справа, улей, возможно, какой-то могучий артефакт, улучшение, плюс два ко всему. Вот такие вот вещи. Ардамон, наверное, сейчас будет передавать войска Манеры, ну а Манеры уже будет жечь. Правда, кого? Сейчас увидим. Деньги немножко появились после собирательства. Ну, почему бы не взять водяных товарищей? А если честно, я бы улучшил бы либо водяных, либо воздушных с целью, чтобы они стреляли. Мне со стрелками всегда как-то уютнее. Вот, Манера не забывает, конечно же, отвесить оплеуху Орину. Потому что, ну что это такое? Главный герой потерял там 3 плюс 3 или 4 плюс 4 хода на безалаберность, я не побоюсь этого слова. Интересно, конечно, куда пойдет Манера, большая у него земля и много интересных вещей, то есть нагобанки, консерватории, ульи, да, погребальный костер, опять же, внешний, утопия стоит, тюрьма. Мне кажется, он сейчас составляет такую вот примерную карту, куда он будет двигаться и в каком порядке. А я, наверное, бы сбегал бы медведей. Поджарил бы им шорстку, вот, ну, чтобы просто не оставлять там этот уголок нетронутым. Потом, вероятно, в погребальный костер и ульи. Вот, наверное, так бы я бы сделал. Он еще артефактом хороший лежит. Ага, ну он, похоже, решил сразу на ульи. Ну, тоже правильный, достойный выбор. Только подожди, почему на ближайшую улью он не хочет? А, ну вот, видимо, остановился, осознал. Сейчас Ардамон будет передавать ему войска, да, и пойдем добывать виверн. На самом деле, чем их добывать, вопрос неоднозначный, потому что мерзкие абсолютно твари, если попадется их большое количество, то птицу могут загрызть только так. Антикоров смотрят. А нет, он все-таки почему-то решил не идти на улей, уж не знаю почему. Видимо, сэкономить ходы или просто не заметил, но сейчас посмотрим. Ардамон, давай, покажи свой ход.
Ну, вот так вот решил. А, и вот он, похоже, такой, о, а тут еще, оказывается, улей. Видимо, слился он с местностью, замаскированный такой. Ну, правильно, лучшая защита, это чтобы просто не нашли, где ты находишься. Луна продолжает свое победоносное огненное шествие. 0065, конечно, забавные характеристики, могли бы ввести в уныние многих вояк. Вот, ну, кстати, вот плюс одна защита хотя бы. Но сила Луны, понятно, в другом. Нападать она, видимо, ни на кого не собирается. Да, потому что у нее только 5 маны. На стенку нужно 6. Ну, какая же Луна без стены? Так, Мефала находит тайник мальчишек. Вот, приятно, полезно. Всякие самоцветики. Манеры, я думаю, он будет сейчас в улей лезть. Но сначала ходит Вердиш, наш верный вассал. Здесь ничего пока интересного нету. Тунар захватывает немножко серы и отдает. Кого пойти на улей? Я бы, конечно, еще взял феечек обязательно. Не всех, а 4 штуки. Но вот Манера решил уверенно сказать, что да, сдуем только так. Ух ты, а это большой улей оказался. Здесь 90 мошек. Конечно, если победишь, тебе дадут невероятное количество виверн. То есть там 12. Но победить еще нужно. Птица удар не держит, и самая большая опасность это потерять здесь птицу. Вот, летают мошки очень-очень далеко, от них практически невозможно закрыться, ходят первыми, инициативные, злые, бронированные. Ну, посмотрим. Колдует, кстати, Манера тоже совсем не важно. Сдувает, получается, 14 мошек, это правильно. И начинается фокус на птиц. Ам-ам-ам, по 30 урона. И о, да! Вот это, честно говоря, критическая ситуация. У птицы осталось 40 из 150. Мне кажется, что Триландер начинает паниковать. Угу, посмотрим. Он пытается сделать лечение, чтобы немножко хотя бы восстановить силы. Но у него это не получается, попросту нет маны. Наверное, стоит лететь на... Видите, можно было бы, конечно, по двум ударить и сразу многих... победить, но не получается. Ну, видимо, от безысходности бьем по этой. Сдуваем все, замечательно. А мошки, я не знаю, то ли жалеют, то ли не долетают. Мне кажется, таки жалеют, почему-то феникса не кусают. Очень занимательно. Если бы я ими руководил, я бы точно им это посоветовал. Вот, потому что, ну, там два укуса и, собственно, все, птицы нет. Урон максимальный. Но они продолжают кусать элементалей земли. Вот за этим нужно было, конечно, брать феечек, чтобы хотя бы там первые 4 удара были не по главным важным существам. Сдувает? Нет, не сдувает. Остается 17. У феникса там в районе, по-моему, 15 вообще жизни. Интересно, интересно. Но нет, он прям как заколдованный, зачарованный. То есть вот, ну, нам приятнее вот повозиться с глиной, так сказать. Сдул, молодец, потерял 6, феникса не потерял и 12 верт. Конечно, да, все это сразу удвоение, не побоюсь этого слова, армии. Тут уже можно действительно думать, куда идти дальше, это очень круто. Либо еще один нули, либо да хоть к драконам сходи в утопию. Ну, все сначала нужно проверить, сколько там чего, но слабую утопию, почему бы нет, 4 птицы, 12 этих, 5 тех. По-моему, неплохо. Манера разгоняется. Или просто отдает армию. Не совсем сейчас понимаю. Брон. Угу, атакует. Золотую шахту забирает. И, видимо, сейчас будет возвращать. Немножко не получается, но, скорее всего, Радамон ему поможет. О пользе Гриндана, конечно, пора книжку выпускать. Спору тут нет. Орин. Тоже пытается бороться за свое существование, принося пользу нашему королевству. Собирает то, собирает все. Ну, потому что, знаете, у сопряжения всякое может быть. На покой могут и отправить весьма изощренным способом. Опять же, огненные птицы, все дела. Ну, вы понимаете. Возвращает войска. Кого не брать с собой, даже не знаю. Он решил, видимо, виверн отдать Брону, чтобы он впоследствии кого-нибудь тоже с ними победил. Вот. Ну и тем более он, товарищ болотный, должен знать. Прям пошли кружева, мне это очень нравится, да, то есть войско перенесли туда, потом вернули, главный герой захватил здесь, пошел там, то есть войско, скажем так, воюет больше, чем у одного героя. Это правильно, это хорошо. Ну я думаю, сейчас он пойдет побежит на магов и на улей номер 2.
Тут вариантов немного. Добегает? Да, добегает. Все хорошо. И... ну, я бы... Да, он соглашается на автобой. Вот, Улей, интересно, согласится ли он на автобой здесь. 60. Да, я что-то подумал, наверное, что... Да, он решил соглашаться. 5 уровень, 8 виверн. Ну, видите, это прямо, да, а то, о чем я говорил. Вторая неделя, это набор мышечной массы. 20 виверн за один ход. Ну, какой замок столько наплодит, да? То есть даже там с Гралем, даже там с Приплодом Виверн столько не получается. Тут муниципалитеты в круассане, в каком-то захолустном городишке уездном тоже не забывают о постройках. Ну, дело тут понятное. Поднабрали Виверн, почувствовали себя более уверенно в воздушных баталиях, и самое время... проверит наши зеленые перепончатые крылья в битве с настоящими грифонами. Ага, ну сотня грифонов, двух ангелов держит. В принципе, нормально показывает автобой, но Триландер хочет бороться сам, своими руками. Это я, конечно, не могу не одобрить. 9.4.2.5 характеристики, массовое замедление практически уже за поворотом. Ну, в общем, Манера, да, набирает силу, чего тут скажешь. Товарищи бьют то ли челмой, то ли то, чем у них есть под плащом. Тут не совсем понятно с анимацией. Вот, ну, грифоны, да, конечно. То есть, я думаю, мало кто окажется неподкусанным. Кроме этого, они, ребята, яростные, всегда отвечают два раза. То есть, снять с них отмашку достаточно проблематично. Угу. Виверны показывают себя с нормальной стороны, с ожидаемой. Главное сейчас одну из них не потерять. Мне кажется, на самом деле автобой показывал достаточно адекватную картину по потерям, потому что, ну, здесь всех сразу сдуть, убить не получится, поэтому вот итерационный такой процесс. Ну, что вы бьете себя в грудь, как молодые кинг-конги? А, кстати, я бы, наверное, не стал бы даже бить. Ну, что там три элементаля сделают? Главное, конечно, не потерять птиц. Вот, у Луны к ним особое, конечно, отношение, да, помните про сердце Феникса. Ну и Манера тоже уважает ее, все понимают ради чего. Ох, вот это было, конечно, красиво, это вот прямо... У меня тоже сплошь рядом эта ошибка, я не понимаю, когда противник становится так, что ты сквозь него продуваешь своего. Вот, в итоге, казалось бы, элементали огня, которые огня-то бояться не должны вообще... Вот 9 штук Триландер теряет. Ну, тем лучше, так сказать, северному соседу, тем будет проще, потому что без этого как-то было совсем уж тяжело. Экспертная логистика наверняка, да, 2 ангела. О, кстати говоря, не сообразил, да, товарищ, то, что, ну, некуда ангелов-то брать. Вот, я тоже что-то об этом даже не подумал. Ну, ничего страшного, в воздушных элементалей даже отпускать не надо, просто забыть посчитать, открыть форточку, и вот так они и улетели. А шестой день обязательно, конечно, надо брать погребальный костер, здесь даже нет никаких сомнений, потому что, ну, понятно, прирост, плюс еще единичка, да, и еще одна внешняя, то есть плюс две практически птицы, это очень-очень важно. То есть следующим ходом у него там будет порядка, я не знаю, там десятка птиц или даже фениксов, и это будет сложно остановить. Фениксы, напомню, не самые, наверное, сильные товарищи, но они самые-самые быстрые. Приоритет первого хода — это очень круто. Ага, вот уже, собственно, и центр. Ну а второе, они горящие, да, воскресают, достаточно неплохо бьют, и самое главное, плодятся как тараканы. Вот, казалось бы, такие благородные, да, птицы, а вот нет. Плодятся, дай то бог. Быстрее всех своего 7 уровня. Продолжается разведка, осмотры, чего тут полезного, интересного. Ну, пока на самом деле ничего не вижу, такого меняющего, наверное, игру. Все уже было разведано до этого. Гриндан, мельники, кристаллики, все как и должно быть. Зачем Гриндан туда идет, я не до конца, если честно, понимаю. То ли хочет встроиться в какую-то цепочку по передаче войск, то ли может слово какое-то тайное, секретное шепнуть, что, дескать, ифриты ведут себя вот так. Нужно побеждать их этаким образом. Ну, тем не менее. Луна лезет в склеп и говорит отступить, отступить. И о-о-о, тут 5 вампиров. Вот такая вот неожиданная ситуация. А маны только 7.
Стражи бьют 24 и потеряют всего 3. А здесь, извините, еще вон там и вампиры, и зомби, очень крепкие ребята, и скелеты. А стенку можно сделать только единожды. Жалко, конечно, но я думаю, птица здесь потеряна без вопросов. Если он будет неаккуратен, то он еще... Скелет только 15 урона наносит. Если он будет неаккуратен, то потеря луны. Это как бы точно. Ну вот, в итоге скелетов, да, он убил 3 стражей. И потерял он где-то порядка, наверное, 50 единиц жизни. А сюда он не может встать, потому что сам он же не может туда встать в огненную стену, оставив горящий кусочек, правильно? Полечить думает наверняка, но тоже это бессмысленно. Вот, волшебную стрелку. Да, вот, все правильно. 54 урона ему сняли, как бы треть птицы уже все. А до рассвета как бы еще очень далеко. Поэтому даже не знаю. Нужно, наверное, холодный ствол с затылку друг другу приставлять. По-другому тут совсем уж никак. Но Трилайнер борется, борется, думает, вот выстраивает. Вот думает, как вот бы нам так сделать, чтобы вот все было сразу хорошо. И он даже находит что-то. То есть вампиры типа летят сюда, да. Сейчас, подожди, что-то тут какая-то мысль идет. Видите, он не просто же так летает, правда же? Подставляется сюда, подходит сюда. Как-то их вот кучкует, не знаю. Не может ничего получиться. Зажигает. Так, вампир, по идее, у него только одна точка долет. Какой красавчик, а! Не, ну подожди, все равно это, короче, не получается. Все равно слишком тяжко, нет? Духи летят, еще 18 снимают, все верно. Птица меньше половины остается, дышит. Ага, все, стенка сгорела. 20 зомби он не убивает никак. Они толще скелетов. И они встают в линию! Ох ты ж, ничего себе! Или это все так и было запланировано? Он дышит сквозь к зомби. Господи, это, боже мой, 50 осталось жизни. Давай, Трилайнер, дорогой. Все получится. Ну, оп. Так, 14, осталось 37. Еще дыши. 6, дыши. О, ничего себе, потрясающе, просто отвал башки, прямо классно, блин, здорово, вот высидел это вот именно, вот момент, именно куда нужно, отошел, стенку зажег, которая всего 2 хода длится, вампиров сжег и сквозь призрака одного ударил по зомби, блин, ну молодец, вообще, слушай, знал бы северный сосед, уже бы не рыпался. Не-не, ну конечно, мы еще поборемся, у Троглодита тоже. Не один козырь в рукаве припасен, но это было круто. Тут, конечно, спору нет. Эрдамон? Домой, наверное, да? В принципе, наверное, логичная мысль, да, сейчас будет 7-й день, абсолютно необходимо захватить погребальный костер, а там, помимо эфритов, еще 6 птиц внутри, да, как в киндер-сюрпризе. Поэтому перестраховаться... следует. Хотя в замке-то нет никого, да? А нет, сейчас в замке будет Капитолий. Понятное дело, что он с войсками не поможет, но, черт побери, откуда столько золота? 26 тысяч строят Капитолий. Ну, прям вообще невероятно. Так, башня, затаили дыхание, 5 уровень, это зеркало. Не повезло, бывает. Потратил огромное количество ресурсов, я не могу сходу посчитать критическую прогрессию, но прям достаточно он потратил, и тут зеркало. Это, конечно, неприятно. Так, Гриндан. Неужели... Нет, так он не доходит. До погребального костра он не доходит. Так, а в чем тогда смысл? Товарищ Манере, мне кажется, тоже. Да, тоже не доходит, но он доходит до Гриндана. Вот в чем была мысль, да? То есть противник начал уже плести кружева. Если честно, вначале, может быть, несколько сомневался, что он умеет так делать. А вот нет, то есть заранее подумал. Заранее подавел Гриндана, сейчас ведет его, и Гриндан, видимо, почти доскакивает до костра. А там кто-нибудь уже большой и сильный поможет захватить. Ну, прирост птиц, конечно, хочется увеличить. О чем тут как бы речь, да? Плюс один сейчас он возьмет, плюс один на следующий ход, и прирост замка еще будет плюс один. В общем, в начале следующего хода будет фениксов, там совершенно какое-то несчетное множество. Вот, ну, нам не страшно, все будет хорошо. Так, 12 виверн,
Вот тоже, да, Эрдамон не зря. Здесь вот они, виверны. Ну и какие-то там заклинания. Хотя, в принципе, ну, защита огня, конечно, редко можно, ну, использовать, да. А вот щит, это дело хорошее, ладное. Но кто же будет, собственно, воевать-то? Луна. Ну, не может же она разбиться, правда же? Вот, вот в чем дело. Мифала, она опять же рядом. Опять, это просчет, да? То есть, видимо, сейчас у Луны заберут птицу. Да, распределят феечек. На самом деле, мне кажется, одной феечки было бы достаточно, да? Но, видимо, противник прямо супер сильно перестраховывается. И это, в принципе, правильно. Это правильно. Вот, и Мифала остается сейчас птицами. Тоже, ну там, пусть за ней там ухаживает, как за курочкой рябой, да, там. Смотрит на их золотые яйца, а Луна бежит на грифонов, понимая, что это ее последняя битва. Сбегает, все верно. Блин, меня даже завитки берут. А почему я так не делаю? Не, ну правда здорово. Здесь что? Я не знаю, что. Я вот улучшал бы, если честно. Не совсем понимаю, почему вот не любит улучшения. Но он строит фонарик фей. Видимо, фонарик горит, и феечки приманиваются. Их ловят в клеточки и, собственно, продают на войну. Какой-то все более мрачный замок, если честно. Вот чем больше вдумываюсь, как-то вот даже некрополис, может, и погуманнее будет. Как бы, ну, всем все понятно. Мы некроманты, у нас там смерть, тлен и все дела. Здесь, казалось бы, такой милый, сказочный, няшный, да. А с экологией проблемы, да. Права феечек. Нет таких прав. Ну и все, собственно, бездушные. Интересно, интересно. Никогда, честно говоря, не думал так об этом. Слушайте, и схема-то срастается, а? Я пока тут говорю-говорю, а схема-то вон срослась. То есть, в итоге Луна из другого конца карты практически захватывает сейчас погребальный костер со всех сторон, сгребая войска. 20 верн, пожалуйста, вон 2 ангела, 4 этих. В общем, да, не хотел бы я с ней встречаться прямо сейчас, прямо точно. Маны нет. Ифритов, никогда не нужно с ними биться, вот только они сдаются, ты сразу такой, да, отстаньте, уйдите. Это правильно, это хорошо. Не долетает, маны нет, каменная кожа, ну какая каменная кожа? Ну нет, уже все. А нет, птица долетает и даже сдувает, осталось, как говорится, мокрое место, как в русских сказках. Угу. Феечка отдает свою душу, как мы поняли, не так-то уж она и ценила жизнь, мне кажется, в этом жестоком мире. Не должны элементали бить, это понятно. Они должны отойти. Так. Ангелы бьют и птички добивают. Нет, почти добили. Осталась еще парочка. Ух ты! Вот это, конечно, вот этого он не ожидал. Этого не ожидал. Вот, ну, одну виверну лишнюю, одного психического элементаля потеряли. Ну, бывает. Ничего страшного. Потери жестокие, кстати говоря, потери. Тактику бери, тактику, конечно, бери. Тактика вот прям точно нужна. Я забыл, погребальный костер-то плодит двух аж птиц, черт побери. Да ладно, то есть я считал сейчас две, следующим ходом две и прирост еще. Ну ничего себе, а. Ну то есть птиц будет уже реально огромнейшее количество. Ну, северный сосед, напомню, там радовался, что у него будет костяных драконов куча, да? А здесь реально будет орда огненных, еще одна консерватория. Ну да, слушайте, ну прям замечательно. То есть, если честно, начало первой недели меня не совсем впечатлило, да, то есть там Луна что-то туда-сюда ходила, Манера тоже так немножко был пассивный, но вторая неделя прямо, ну, твердая опять, тут вообще разговоров нет. Виверн взял, погребальный костер взял, Луну перебросил, Манера что прокачал. Ну, супер. Сейчас еще, конечно, это... Давай птицу, давай. Нет, все-таки нет. Но хотел птицу. Прям по глазам видел. Но, говорится, видите, рыбак рыбака видит издалека, поэтому Тунар мог привлечь только элементарей земли. Неделя пухлого барсука, а меж тем Луна, да, покупает птиц. 8 штук, а? Если не ошибаюсь, еще 5 в замке будет. 8 до 5, 13. Рынок очень удобно стоит прямо во дворе и наменивается чины ртути. То есть все вот эти запасы на зиму, которые делал Орин, сейчас обменяются на ртуть. Зачем? Ну, тут дело понятное. Чтобы гореть так уже, чтобы прям светила Луна ярче солнышка. Ну, а чего делать? Мы ничего с этим сделать не можем, только можем наблюдать. Да, все правильно, 5 птиц.
А золото неимоверное количество. Опять же, Капитолий работает. Ух, красиво. И, по-моему, улучшение-то очень дешевое, да? Да, 500 всего золота и 1 чан. Да, но Феникс, конечно... Феникс это здорово, это прямо статусно, это круто. Да. Не уверен, что у некроманта уже есть драконы-призраки, вот, но могут, может быть, они и появятся дальше. Я уже даже не знаю, стал болеть за Луну, потому что вижу, куда все клонится. Но вы погодите, еще погодите. Еще не вечер, все посмотрим. Ну, стандартный проход по умельникам. В первую неделю не всегда дают 500 рублей. Как бы присматриваются к новой крыше. Да, вот. А во вторую неделю... Вот, кстати, еще одна птичка. А во вторую неделю дают 1000 на лапу. Все правильно. Маленькие феечки. Мефала, не знаю, будет ли она кого-то вообще бить. Развивает немножко территорию. Армия у нее уже не особо сильная. Ну, реально, как бы, какая разница. 13 фениксов или 14. Наоборот, даже чертова дюжина звучит как-то внушительно. Мысли навевают инфернальные, и я бы против таких не воевал. Ну, представьте, 13 фениксов, а? Ух! Ну да, посмотрим. Октавия тоже, да, демонесса, знает толк. Ну и, кстати, приносит деньги, что тоже немало. А, противник наменивает деньги, все верно. По-моему, он даже не ошибается. 6 тысяч нужно на улучшение, да, все верно. Тут 12 на 500, все правильно. Ну и фениксы, да. Фениксы это круто. А куда, собственно, идти? То есть, ну, понятное дело, главный персонаж, который, ну, вторично, но главный, не тратит ходы, Луна, да. Радамон сбегал, а улучшил все. А куда идти дальше? Не знаю, вот даже вот на утопию на самом деле можно. Или ману остановить все-таки. Вот в кое-то веки, может быть, ману остановить. Сейчас посмотрим. Луна, наверное, делает шажочек. Да, или бежит, никуда она бежит. Не бежит, она должна взять у Радамона войска. Так, бери. Да оставь ангелов, что, пусть Радамон порадуется. Давай ему нормально. Нет, Радамону достались виверны. Ну, тоже на самом деле статусно, да, то есть такие подполковничьи звезды практически. Вот это виверны. Делится Луна чем? Видимо, всеми фениксами. Интересно. Ангелов, видимо, оставят себе, я уж не знаю. А, сапоги легиона, конечно, зря. О, не одела сапожки быстробегания. Ну, я не считаю это уж сильно большой ошибкой. Артефактов пока не очень много. Свитки, ну, понятно, свитки хорошо. Кстати, можно, да, торговцев артефактов было бы поставить уже в замке. И на самом деле они бы сразу отбились. Ну, потому что свиток, по-моему, 1500 или 2000 денег стоит. Вот. Ну и самое интересное, куда идет... Луна идет в склеп, вот я думаю уже как бы пинком открывая его, отворяя врата и могилы, ну тут понятно, ангелы совсем не птицы, и магический талисман маны на самом деле очень полезная вещь, вот, ну как бы сколько там, хотя конечно пул общей маны 110, лучше бы все-таки восстановить, но пока видите такой кочевный образ жизни ведет, по-моему вот это немножко ошибся на единичку, но это не важно, экспертная земля. И мне кажется, сейчас будет череда автобоев, потому что, ну, фениксы, ну, кто их может вообще хоть как-то, хоть что-то им противопоставить? Пожалуйста, наги. То есть просто феникс летит, жух. Все. Потрясающе. Да. Так, волки. 58, ничего себе волков, а. Так, бесы. Заметьте, как ходы стали, да, просто делаться. Всего лишь нужно немножко фениксов. Удачи, цепная молния. Пожалуйста, волки храняли молнию. Ничего себе. И мошки тоже. Мошек почему-то решил сжечь. Видимо, есть там какие-то старые счеты. Так, ну 70 урона, кстати, да. Лидерство, наверное, не надо. Это правильно, доспехи. Ох, ну манеры прямо вот. Раз, два, три, четыре. Молодец, красавчик. А меч на самом деле не нужен, но а чего они тут стоят, да, действительно. Кто им тут разрешил? Это верно. Радамон, наверное, возвращает. Сейчас будет довыкупать. Можно было бы, конечно, побежать еще куда-то с вивернами, но да куда особо на самом деле некуда, наверное, уже. А может и придумаю в следующем ходу. Здесь форт. Ну, кто-то решил форт, то есть решил реально развивать, так прям развивать, но форт это реально очень уже такое суровое вложение. Вот. Ну, 20 угля, 20 дерева. Тяжело. Ну и похоже, что ход близится к завершению. Еще немножко ртути.
Да. Неплохо, 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 конечно. Ну что ж, наверное, время прерваться. Мне было очень интересно наблюдать за игрой соперника. Даже пару фишечек подсмотрел. Ну и с точки зрения режиссуры, драматургии, на мой взгляд, интрига создана прямо с гору Фудзияму. Посмотрим, посмотрим. Все решится в третьей заключительной серии. Большое спасибо, что посмотрели. Огромная благодарность тем, кто поддерживает канал. До встречи.